Почувствовать себя телезвездами смогли участники международного арт-фестиваля «Обыкновенное чудо». Продюсерский дом «Гализдра» устроил для них экскурсию по миру кино и телевидения. Дети и взрослые с особенностями развития побывали в школе, ТВ и шоу-бизнеса. Каждый смог попробовать себя в роли режиссера и телеоператора. Также особым гостям показали студию звукозаписи. Закончили экскурсию, обменялись впечатлениями воспитанники омских интернатов за чашкой чая. Добавлю, фестиваль «Обыкновенное чудо» пройдет в Омске с 4 по 12 ноября.